вид на море. Нашли в OLX объявление. Сдам домик. Недорого. Вот пришли. Сейчас посмотрим, что тут входит в эти деньги. Это вы пришли? Да, добрый день. Пожалуйста, заходите. Мы объявление нашли. Да, вы сдаете домик, да? Вот домик с видом на море. Ага, домик. Домик. А тут что, вы насрали тут? Что? Не, то грязь. А, то грязь? А там в углу... Не, это все уберется, все будет, что и вы только, ага. Мы чуть не успели, все будет к вашему приезду все сделано. Ага. Вот, как и обещали, вид. Вид на море класс, да. Вид на море, да, я думаю, недорого для вас. Вот, не, все недорого, тут правда, что тут бомба залетела? Не, это надо, это место кондиционера. Ага, место, чтобы сквозило, да. Ну, гардин нема, ничего? Гардин... Не, ну гардины чуть дороже будет. Так и стекол нету. Так зачем тепло? А, тепло. Тепло. А света нету? У нас есть подвесной солнечный фонарик, мы вам его подарим. Так а дверей же нету? Ну зачем вам дверей? А собственно, где спать? Спать вот... Прямо на земле? Не, ну матрасик возьмете, постелите. Дверь, зачем вам дверь? Вы вышли и зашли. Это от прошлых хозяев осталось? Да, бутылка с селедкой. Это мы не успели. Ага. А дверь зачем, не могу понять. Вышли, зашли. Ага, я понял. И вам самое главное, чтобы был вид на море. Не, вид на море шикарный. Как написано, сдадим домик с видом на море. Зачем вам дверь? Вид на море классный. Все прекрасно. Два вида на море. Все, я понял. Вас устраивает? Все устраивает. Только... Предоплата, пожалуйста, за 10 дней надо проплатить. Я понял. Только очередь. Совковая лопата, чтобы убрать... И это все уберется. Все уберется. Я понял. Так что я понял. Я понял. Я понял. Все устраивать, да? Смотрите, нормально. Все прекрасно. Все, я вас понял. Это тут очередь. Ага, очередь. То есть мы либо сейчас, либо уже после нас следующий. Вы потом не попадете. Все, я вас услышал. Все, Александр, приятно с вами иметь дело. Было очень тоже с вами приятно. Все, мы занимаем. Мы занимаем сейчас место. Мы побежали за бабками. Проплатите ловы. Все, платим.